Ребята, это пиво продают. Вишневое, медовое. Какое хочешь. Так, и мясная продукция. Сосиски 9,50. Детские. Колбаски 13,50. Сало по 10. Рулеты по 14. Пиво в 5. Литр пива 5 евро, но любое, на любой вкус. Пиво, кстати, очень вкусное. Так, продается горячий квас. И горячее вино. Никогда не пробовала горячее вино. А здесь продают такие рулеты с маком. И в рулете должно быть именно 100 листьев.
со слоеного теста. А как не попробовать литовское сало? Ну, попробуйте, посмотрите. €35. А таких верб вы нигде не увидите. Вот таких верб вы нигде не увидите. Их делают только в Литве. Видели когда-нибудь маринованные перепелиные яйца? Это только сделано в Литве. Баранки по 2 евро. Рокишкис. Хорош, гал шуба галепы, парагал бишки дома. Чё ногари? Чё Labai skanus blynai, ačiū. Aš jau sugalvojau, ką vakare žmonai kokią užduotį duosiu. Parduodat čia? Kiek čia darbo, ne? Самое, наверное, надо, чтобы поражал, как тебе.